благодарны за относительно недолгую жизнь награды, которая существует в Отечестве, попадается в Содружество. И сегодня мы будем поздравлять и награждать людей, которые более чем заслуживают этого символа. Символ, связывающий нашу культуру, российскую, с зарубежной культурой, русской. Люди, сделавшие очень много для того, чтобы жизнь была светлее, добрее, красивее. Это Николай Чугуров, добрый, замечательный, благородный хозяин. И этого не только этого дома, и время это очень красиво. Наверное, неплохо, что мы сейчас начнем эту встречу не так, как изначально хотели. Сразу наградить золотой циклер. Ну, Сергей Михайлович Шаус сказал, золотая цифра дубит том, но он был не первым. Первым был Александр Васильевич Городницкий. Он был первым тогда номинатором и отмеченным. Да. Вот, и мы начнем с небольшой концертной программы, такого экспромта, друзей и людей, которых мы опрашивали, они же не просто так взяли самостийно, вот, решили, приняли решение раздавать награды тем, кому, кто лично очень симпатичен и дорог. Нет, это действительно, да, не по протоколу, но очень многих мы спрашивали о справедливости такого выбора. 100% была поддержка, и это подтвердит Владимир Иванович Фроменко, вот президент той истории, которая породила и автор идеи «Золотой цепи Содружества польских детей русскоязычных». Дорогие друзья, я признателен Виктору Борисовичу, что он вкратце осветил тему нашего вечера. Я лишь дополню, что ввиду того, что наградные свидетельства наших сегодняшних знаменитости в пути. И поэтому послушайте небольшой концерт. Откроет его солист филармонии Дмитрий Ефименко. Минус цеплет, угасшая весенняя, мне тяжело, как смутные полдни. Но как вино, печаль минувших дней, поедет душе, чем старый, тем сильней. Мой труд уныл, сулит мне труд и горе, грядущего волнуемое море. Но не хочу, о друге, умирать. Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслаждения, меж горести, забот и треволнения. Порой опять гармонией плюсь, над вымыслом слезами обольюсь. И, может быть, на мой закат вещаю, блеснет любовь улыбкой обещанной. Брожу ли я вдоль улиц шумных, хожу ли по многолюдным храмам, сижу ли меж юношей безумных, я предаюсь своим мечтам. Я говорю, промчатся годы, и сколько здесь не видно нас, мы все сойдем под вечный свод, и чей-нибудь уж близок час. Гляжу на дух уединенный, я мыслю, когда лесок переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов, младенца милого лоска, и уже я думаю, прости, тебе невесту уступать, мне время тлеть. Тебе цвести. День каждый, каждую годину привык я думы провождать, грядущей смерти годовщину меж их стараюсь угадать. И где мне смерть пошлет судьбина? В бою ли странствие, волна? Или соседняя долина мой примет охладелый прах? И хоть бесчувственному телу равно повсюду и сливать, но ближе к милому пределу мне все хотелось почивать. И пусть у громового входа молодая будет жизнь играть.
и равнодушная природа красой вечной сиять. Теперь я приглашаю на сцену заслуженную артистку России Надежду Ивановну Галеву. Она споет нам две вещи из чудных оперетт. Oh,
всех исполнить мой каприз, чтоб я распростила из исполнить должны мне каприз. Букет цветов останьте, и локалей встаньте. Спасибо за букет, я не сержусь, а мне. Спасибо за букет, я не сержусь, а мне. Теперь раз порадовать своим творчеством, известнейший бард, поэт, член Союза Санкт-Петербургского литератора Виктор Федоров. В этих стенах мне всегда хочется вспоминать золотой век нашей культуры. Великий и могучий русский язык, который нам, по сути дела, сформировал Александр Сергеевич Пушкин. Элегия. Туда, где рощи пламенеют, туда, где стылая вода осенним таинством аллеи меня манят к себе туда, где дали полны откровения, где каждый вздох, как сон глубок, седую глушь уединения от сердца нить ведет клубок. Все равно, кому виной, что в жизни прожитой исправно вам быть такой, а не иной. Прикосновением беспристрастным, не опуская мелочей, врезает время в память властно черты друзей и врачей. Надо пальмой могилой поэта в ночи ни звезды, ни случайного света свечи, лишь лампада любви на пролитой крови говорит бездыханному сердцу шли и звучат над землею во все времена песни щедрых сердец, воскресив имена. Дабы в хладности лет свой оставил след, это славное, горькое звание поэт. Гремит шампанских пенный выстрел, и от цыган звенит в ушах. Скипает юность в лицеистах, гусарской вольностью дыша.
хмелеет от полета. Друзья тревожат пыль веков, но ждут кого-то эшафоты из стали надломленных клинков. Среди безудержного бала светлые мгновенья тишины. Достойным так их не хватало, иным не впрок они даны. Рождая чудные мгновенья, цветет унылая пора, сомненья вслед за озареньем прохладой полнят вечера. Над опальной могилой поэта в ночи ни звезды, ни случайного света свечи, лишь лампада любви на пролитой крови говорит бездыханному сердцу «Живи!» И звенят над землею во все времена песни мудрых сердец, помня их имена. Дабы в хладности лет свой оставил след, это гордое, горькое звание. Тоже растает.
обоймет крылами Русь, запоздалый серый гусь. Вот облака издалека звонко пронзают струи лучистых небесных осень, и караваном был рут в дальние страны стали небудных диких гусей. Страны стаи небуганых диких гусей. Спасибо, Нотис. Я сейчас возьму себя смелость представить моих замечательных друзей. Вот удивительно, когда дружба продолжается практически всю жизнь, всю сознательную, всю такую уже настоящую жизнь. Сейчас мы остановим эту две очаровательных женщины. Наталья Гудкова-Саркова и Светланка, как она пишет в интернете, Бедрова. Этих девушек я встретил еще и совсем юными в клубе «Меридиан» на Петроградской стороне, в Адресе культуры имени Ленсовета. Я не скажу, очень много лет назад, потому что они до сих пор юные. Это я немножко стопор старше, но время относительно как-то для всех нас движется. Итак, прошу внимания. Вот Сергей Михайлович сейчас, видимо, спасает дипломы, которые в пути, так я понимаю. Но Николай Владимирович, эти песни тоже будут созвучны, поскольку тут и державинская тема прозвучит, к которой мы все вернемся. Пошлю дровишке письмо.
пошлем все сызнова. Ой, пошлю дронечке письмо, да мы начнем все сызнова. Губы окаянные, губы потаенные, бестолковая любовь, головка заблуденная, ой, бестолковая любовь, головка заблуденная. Следующая песня, песня написала Наташа на стихи Надежды Григорьевой. Начинаем церемонию увенчания золотыми цепями содружества пушкинскими двух достойнейших, знаменательных, уважаемых человек.
Начнем с Николая Витальевича Бурова. Поскольку Николай Витальевич Буров этот народный артист России внес большой вклад в дело развития нашей культуры, будучи председателем комитета по культуре. Именно ему я безмерно благодарен, что когда был период, шло вытеснение русского языка из Прибалтики по канадским технологиям. Я вышел, помню, из Союза литераторов на Думской и под первым делом позвонил из автомата 2 копейки Николаю Витальевичу и сказал: Николай Витальевич, вот так и так, такие дела, вытесняют русский язык, надо как-то его пытаться сохранить, и требуется от вас помощь. Он говорит: без проблем, мне тема эта нравится, я сам за нее ратую. Я говорю: тем более нас поддерживает академик, бывший директор Пушкинского дома Андрей Николаевич Юзитов. Он говорит: хорошо, приходите ко мне. Вот так был решен вопрос о создании этой организации. Почему я ему за это особенно безмерно благодарен, и с него, пожалуй, начнем церемонию. Золотая цепь Содружества, она выполнена по типу цезаревской пластической цепи. Внизу звенья цепи представляют собой славянскую вязь, а внизу, потом посмотрите, подойдете, написано «Аз есть», то есть человек-лауреат, состоялся, его общество признает, труды его ценит, уважает и безмерно ему благодарны. Вот такой пушкинский посыл как бы в нашу современную действительность лауреату с нашей, от нашей региональной общественной организации русскоязычного содружества творческих деятелей. Я бы первым, это почти наш крестный отец интеллектуальный, предложил Александру Травину, нашему видеорежиссеру, возложить эту достойную награду на грудь нашего бравого Николая Витальевича. Цепи Содружества прилагается такое наградное свидетельство. Свидетельство, значит, Буров Николай Витальевич решением наградного совета удостоен высшей награды русскоязычного содружества творческих деятелей. Золотая цепь Содружества. Подписи президент и почеты президента. Вручается это свидетельство. Вручается свидетельство за служение русской словесности, объединяющей народы России. Так, теперь это не все. Брать нельзя. Я на обратной стороне написал дарственный экспромт. Поскольку он играл императора Александра II, то здесь упоминается. Я вам прочту дарственный экспромт, 6 строчек. А в конце там будут подписи участников церемонии. Вы распишитесь на память нашему уважаемому Николаю Витальевичу. Дарственный экспромт. Нет, то
то не Александр II, то Буров, бравый император. Он словно римский гладиатор с невежеством вступает в бой. И 9 муз его подруг с ним вместе славят Петербург. Там проще рукой вписывают, а здесь прямо. 21 век. Спасибо, я искренне благодарю вас. И вас, Сергей Михайлович. Может, я в вашем доме нахожусь. Вот. Пушкин и Некрасов, они, знаете, всегда на одной ноге. Я искренне благодарю за честь такую. Конечно, ну, немножко не хватает, потому что дуб есть. Цепь золотая есть. Русалку на ветве. И папа бегу в стуку. А так вместе за все спасибо. Вам спасибо, Николай Владимирович. Ну, теперь у нас второй герой сегодняшнего вечера. Сергей Михайлович Некрасов. Я думаю, что много говорит об этой личности. Истории нашей культуры, истории нашей современности говорить не стоит, потому что его все прекрасно знают и знают, какой колоссальнейший труд он вносит в сохранение пушкинского наследия. Честь ему и хвала за его жизненно-творческий подвиг. Сергей Михайлович, браво вам в веках! Увенчает его Виктор Федоров. Друзья, вот маленькая ремарка. Николай Петрович прав. Тут вы в данной ситуации не чиновники, а вы люди, которых любит народ. Вот и то, что мы делаем, мы делаем действительно от лица и по поручению нашего великого народа. И вам, как одним из лучших его представителей. То, что вы сегодня рядом, это не случайно, это символично. Это здорово. Такое. И еще два слова. Вот лично в моей жизни Сергей Михайлович играл и играет колоссальную роль, потому что всякий раз, вспоминая о нем, встречаясь с ним, я как-то себя ощущаю значительно лучше. Мне хочется творить, мне хочется делать много добрых дел. Люди с такими глазами, как вы, бесценнейшие, с такой улыбкой, с таким знанием, с таким благородством, случайно не является всем мир. Счастье, что мы с вами современники. Самое главное это забыть. Здесь по такому же принципу, как я поддержу. Как и на первом наградном свидетельстве, которое было только что вручено Николаю Витальевичу. Здесь я тоже посвятил Сергею Михайловичу Некрасову дарственный экспромт. Звучит он так. Сергей Михайлович, дорогой, коль 2 × 2 = 4, то вы наследный домовой на мойке
Пушкина в квартире. Пусть горько плещет о гранит, и труд ваш с пушкинским роднит. Спасибо большое. И экспромт хорош. И лауреат. Я раньше никогда не носил цепей. Как вы, Николай Витальевич? Привыкайте потихонечку, потому что орден Андрея Первозванного тоже видите. Орден Андрея Первозванного очень опасная награда. По моему вот анализ, который я провел после награждения орденом Андрея Первозванного, люди живут примерно от 2 до 9 месяцев. Поэтому не будем тратить. Не надо, поэтому. Обойдемся. Нет, если говорить серьезно, то, конечно, очень трогательно, что люди выражают свои искренние чувства в столь приятной и столь изящной форме. Так что огромное вам спасибо за идею, за стихи, которые здесь написаны, за те вот памятные реликвии, которыми мы теперь с Николаем Витальевичем обладаем. И, конечно же, каждый раз мне приятно читать не только вот эти экспромты, но и стихи из ваших сборников, которые мне весьма симпатичны, и слушать романсы Виктора Федорова, или песни он их называет, но, во всяком случае, вот только что прозвучало же так хорошо. Я, правда, был в это время не в зале, а за стенами, но все слышал и к тому же знаю. Эти романсы очень приятно и хорошо. А что касается того, что мы вокруг Пушкина все собираемся, то это тоже, по-моему, очень знаменательно, потому что Пушкин – это действительно, ведь однажды уже в тот самый день, в конце января 1837 года, было сказано «Солнце русской поэзии». Вот вокруг этого Солнца, в его орбите, вращаются разные планеты, большие и малые, яркие и не очень. Но самое главное, вот эта творческая энергия Пушкина, она рассыпана столь щедро во всех тех дворцах, которые мимо Пушкина пройти не могут. И поэтому, конечно, я думаю, вполне логично, что сегодняшняя вот наша встреча проходит именно здесь, на Мойке 12. Спасибо вам большое. Спасибо. Друзья мои. Маленькое дополнение. Прошу прощения. Собственно говоря, тут еще нет двух героев. Роберт Гагин, как я, собственно говоря. И Абсолямов. Сюда, пожалуйста. Вот. При моем участии это было как бы разработано Я-то любуюсь. Тахир. Я случайно кинул камень в адрес российской. Нет, собственно говоря, по моему эскизу сделан диплом. В общем, все от начала до конца. Возьмите, пожалуйста. А Сергей Михайлович, мы как-то... Господа! Сергей Михайлович, мы ехали как-то в поезде и целую ночь проговорили, он мне подписал книгу «Апостола Муравьева» и как-то «Апостол добра». Да, «Апостола добра». И, в общем-то, вот, с той стороны, 20 лет назад, в общем-то, никто не думал, не гадал, что это когда вот судьба сподобит, как говорится. Спасибо. Ну, и потом, вот, у меня как бы маленькое такое, опять же, дополнение или пожелание. Вот моя работа, в общем-то, с любовью и с уважением принята под названием «Кришна Пушкин» была принята Елизаветой II, вот Николай Витальевич, королевой Великобритании. А в пушкинском доме нет, где-то ни в запасниках, ни в делать. Ну, это отдельная тема, и мы с вами хорошо поговорим. Мне бы очень хотелось, чтобы... Это хорошее, значит, да. Да, господа, это выступал, сейчас держал речь, великий художник современности Роберт Габитов. Он много сделал и материально, и в художественном плане изготовление наградных свидетельств. И второй великолепнейший мастер, ювелир, это Тахир Абсолямов, который воплотил пушкинскую
пушкинскую золотую цепь содружества в виде бронзового литья. Золотое, резное злато ожерелье такое. Ну, вы видите, как они переливаются и играют на наших доблестных рыцарях культуры. И доставляют... Александрович Евтушенко награждал я, собственно говоря, тоже подвластный. Ну, сегодня мне не повезло, к сожалению. К сожалению, очень сожалею. Придется еще раз кое-что. Так, спасибо, Роберт Габбетт. Ну все, низкий поклон. Спасибо большое. Поздравляю. Такир Абсалямов. Вы великолепный мастер. Я тоже еще раз. Друзья, страна должна знать своих героев. Действительно, от первой цепи, и дай Бог еще до многих-многих последних, я надеюсь, я верю, что именно его золотые руки смогут воплощать этот редкий, редчайший символ уважения. Так, тут появился у нас Борис Андреевич Персин, поэт. Уважаемый Николай Витальевич, уважаемый Сергей Михайлович, позвольте вам подарить мои книги. Спасибо. И прочитайте большое стихотворение. Наши герои, господам Бурову и Некрасову, бесценный вклад внесли в культуру. Второй Некрасов, первый Буров. Они увенчаны судьбой. И первый, и второй герой. На память каждому из нас запечатлятся эти строки. Хоть им писали не пророки, но все же поэты высший класс. Бесценный вклад, он словно клад, обогатил страну родную, чтобы все пошло у нас на лад, взбодряя порость молодую. Так, вы что-то хотели сказать? Еще хочу сказать, что... Спасибо. По-моему, наши виновники торжества, цель-то у нас все-таки тяжелая, стоять с ней непросто. Давайте еще раз их поздравим, поаплодируем. И дадим им отдохнуть. Спасибо вам огромное за то, что сегодня. Требуется армут еще. Мы вместе. Ну, как получится. Что мы вместе сегодня, и действительно, этот день запомнится нам надолго, скорее всего, навсегда. Спасибо. Спасибо. А можешь еще одно слово, за что я благодарен Некрасову? Я благодарен вам за то, что вы отметили. Я благодарен тем, кто это придумал. Я очень благодарен художникам, которые это воплотили. Но я очень благодарен Некрасову еще, Сергей Михайлович. Потому что мой профессиональный Пушкин, а профессиональным артисты называют автора, который позволяет им зарабатывать деньги. Мой профессиональный Пушкин родился в этих стенах. Здесь когда-то работала Нина Ивановна Попова, которая стала моим консультантом, когда я, как идиот, драматический актер, выходил в балете Пушкин Андрея Петрова на сцену Кировского театра. Было это 40 лет назад, и дало мне счастье знакомства с Тимиркановым, с Василевым и Касаткиным, и с Сомбаташвили, с самим Андреем Павловичем Петровым, которого уже нет, а Юрий Хатович только что отпраздновал свое 80-летие. И вот Нина Ивановна вот здесь, вот в этих стенах, меня сломала, сломала мое сознание, потому что Пушкин был для меня, ну, мать грозит ему в окно, ну, легкая прогулка с Онегиным, еще что-то. И вдруг появился совсем другой Пушкин. Пушкин трагический. Я думаю, что к каждому должен зайти иногда и такой Пушкин. А он тогда усядется, усядется между нами и сам заплачет. Вот когда Пушкин плачет, это очень-очень здорово. Только если он плачет не по погибающему
русскому языку. Месяц назад мне пришлось раскланиваться в одном лучшем, говорят, концертном зале Токио, где я на русском языке читал не Пушкина, к сожалению, но Прокофьевича. Пушкина писал тоже, но я читал Лугового и Эйзенштейна, Ивана Грозного. Меня совершенно поразило, как японцы научились слушать незнакомые тексты. Им помогает бегущая строка, такая противная сверху вниз, но тем не менее, как они завороженно слушают этот язык. Мы владеем таким богатством. Нам бы каждому надеть бы по золотой цепи и заставить нас ходить по этой цепи, по нашему великому, могучему, русскому, безумно красивому, эмоциональному, очень сердечному, сверлящему, гневному, ласковому, удивительному русскому языку. Браво. Целое стихотворение в прозе конкуренции с Иваном Сергеевичем Тургеневым, юбилей которого я его получаю, тоже недавно читал, сказал очень хорошие слова. И были высказаны здесь пожелания, чтобы и будущие поколения, и молодые, как можно чаще обращались и к Пушкину, и ценили русский язык. И вот я должен сказать, что именно с этой целью мы открыли сегодня на киностудии документальных фильмов «Лендок», это рядом с Мариинским театром, открыли киновикторий, и там будем показывать фильмы, там такой абонемент из 18 фильмов, которые созданы Всероссийским музеем Пушкина в содружестве с некоторыми киностудиями, а иногда без содружества, просто сами собой. Вот сегодня как раз было начало, и там два фильма. Первый фильм, 52 минуты, называется «Странная жизнь Ганнибала». Все эти фильмы мы делали с режиссером Константином Васильевичем, Константином Артюховым. Костя, как твое отчество, Константин Валентинович, с Константином Валентиновичем Артюковым, и представляем, значит, вот эти фильмы. А второй фильм, который там сегодня показывают, вот сейчас, в эти минуты, называется «Как Пушкин с Гоголем породнились». Вот текст этого фильма, ну, сценарий всех этих фильмов были написаны мною, а вот текст двух фильмов читал Николай Витальевич Буров. Так что мы, можно сказать, тут в «Кормилец» — это в адрес Пушкина. Александр Сергеевич Кормилец. Спасибо.